Топ-3 ресторанов Петербурга с вау-эффектами. Название ресторана, где готовят гигантскую пиццу, знаешь в конце. А пока посмотри, что я заказала. Первая гигантская пицца – это пепперони. В начинке очень много остреньких колбасок, и сама пицца просто вау. Вторая – это том-ям с креветками, кальмарами на черном тесте. Ребят, она просто обалденная и вкусная даже в холодном виде. А еще эту пиццу можно получить совершенно бесплатно, но при одном условии. Нужно просто съесть ее за 20 минут, а вот и фотографии тех счастливчиков, кто это сделал. И название этого необычного места – Oversize Pizza.